Всем большой привет, друзья, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Точно могу вам сказать, что найти часы или фитнес-браслет с таким большим количеством функционала за такие небольшие деньги, это еще нужно постараться. Honor Watch ES. Большой AMOLED-экран диагональю 1,64. Постоянное отображение информации, влагозащита, измерение кислорода, измерение сердцебиения, работа до 10 дней от одного заряда, 95 фитнес-программ, мониторинг сна, и все это за цену 6-7 тысяч рублей. Мне кажется, другого варианта с таким такие деньги просто не существуют. Кстати, если вы знаете какие другие варианты, напишите, пожалуйста, в комментариях. В общем, я уже недели две хожу с этими часами. Хочу рассказать вам о всех плюсах и минусах. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Сразу хочу сказать, что если вам эти часики понравятся и вы хотите приобрести, я внизу оставляю ссылку на AliExpress, переходите. Так как у нас глобальная распродажа на AliExpress 11.11 внизу, по ссылочке вы можете сделать очень приятную покупку. Но я думаю, что сначала нужно досмотреть это видео до конца. Давайте первое, что определимся, это у нас часики или фитнес-браслет. Ну, по факту, я думаю, что это фитнес-браслет, хотя выглядит он как часы, и это его преимущество. Я, честно говоря, для себя вообще не вижу никакой разницы. Ну, то есть, какая мне разница, я ношу фитнес-браслет или ношу фитнес-часы? Мне как бы что? Мне главное, чтобы они выглядели классно, мне главное, чтобы они работали долго, мне главное, чтобы они все свои функции выполняли. А называются ли они часы или браслет, честно говоря, вообще без разницы. Единственная вещь, про которую все говорят, умные часы, это те часы, на которые можно устанавливать дополнительные приложения. Где есть операционная система, но мне, честно говоря, и так хорошо. Пластиковый корпус, закаленное стекло, силиконовый ремешок. Сами часы очень легкие, весят 21 грамм. Ремешок со стандартным креплением, поэтому вы без проблем можете сюда прицепить какой-нибудь другой. Я бы выбрал, честно говоря, какой-нибудь красный ремешок, потому что, ну, это же типа спортивный аксессуар, поэтому мне кажется, должно быть что-то яркое, такое прикольное. Желтый или красный ремешок найти на Алиэкспрессе, опять же, мне кажется, что это хорошо. И еще мне немного не хватает длины этого ремешка, потому что когда ты его застегиваешь на запястье, то кажется, что было бы хорошо еще тут сантиметр иметь побольше длины. Яркий дисплей по технологии AMOLED, его диагональ 1,64 дюйма. Мне кажется, что вообще это одна из самых больших диагоналей во всех смарт-часах и фитнес-браслетах. Можно сделать так, чтобы у вас постоянно отображалось время, можно сделать так, чтобы у вас постоянно отображались несколько циферблатов. Есть огромное количество циферблатов, которые вы можете выбрать или скачать при помощи приложения. Сбоку есть кнопка, при помощи которой вы можете либо активировать устройство, либо зайти в меню, где у нас находятся все основные пункты. Начиная от настроек и заканчивая измерением пульсом, измерение кислорода в крови, запуск фитнес-тренировок и так далее. Те, кто пользовался в своей жизни часами от Huawei и Honor, знают, в принципе, ту систему, по которой здесь все построено. Для вас не будет новинкой, все устроено совершенно одинаково. Сверху опускаете, у нас есть небольшая менюшка, где вы можете зайти в настройки, установить будильник, включить экран, чтобы он работал 5 минут. Если вы перемещаетесь справа налево, то вы перемещаетесь между виджетами, колесо активности, музыка. Кстати, музыку невозможно закачать на сами часы, можно только использовать музыку с вашего телефона. И, кстати, GPS здесь тоже нет, поэтому если вы будете заниматься спортом, например, бегом, то вам обязательно нужен телефон. Мало того, чтобы происходил трекинг вашего перемещения, то нужно открыть телефон, запустить спортивную программу, активировать GPS-слежение и только тогда бежать, и тогда ваш путь будет отслеживаться. Погода, информация о стрессе и информация о количестве ударов в минуту. Мне, кстати, очень нравится вот этот основной циферблат, мне кажется, он очень прикольный, и я прямо дико недоволен, что нельзя сделать так, чтобы именно он постоянно отображался на ваших часах. Я понимаю, что от этого будет повышенная трата энергии, но я, честно говоря, согласился бы на то, что у меня часы работали 5 дней, например, но при этом у меня был вот такой красивый циферблат на постоянке. Но вместо этого мне приходится собирать какие-то другие циферблаты. Ну, тут по-другому не поступить. В этих часах можно плавать. Они выдерживают глубину до 5 атмосфер. Здесь, естественно, даже есть специальное упражнение, которое называется плавание в бассейне. Вообще, в этом фитнес-трекере 95 различных упражнений. Плюс есть специальные анимированные картинки, ну, чтобы вам было веселей. А также, кстати, эти часы начинают замечать, когда вы вдруг занимаетесь спортом, ну или идете, например, или бежите, и они в этот момент говорят: дружище, давай мы включим какую-нибудь тренировочку, и ты типа тренируешься. Главная проблема этих часов такая же, собственно, как и у всех других Huawei и Honor, нет возможности отвечать на входящие сообщения. Ни в каком виде, ни голосом, ни росчерком, никак. Причем в приложении здоровья, которое вы устанавливаете на ваш смартфон, вы можете выбрать, чтобы вам прилетают уведомления там от WhatsApp, от Telegram, там, Gmail или еще чего-то. Но не всегда можно открыть письмо
письмо нормально, не всегда можно нормально прочитать сообщение. Короче, здесь функционал очень сильно урезан. Это особенности операционной системы. Я надеюсь, что когда-нибудь это дело пофиксят. С этих часов, кстати, нельзя отвечать, когда вам звонят. То есть просто вы видите уведомление, что вам звонят, но ответить вы никак не можете. То есть отвечать вам все равно нужно при помощи телефона. Ну или наушников, что у вас там подключено. Кстати, если вы эти часы будете использовать не с андроидом, а с iOS, у вас еще больше будет ограничений. То есть основные функции выполняться будут, но в каких-то местах все равно будут ограничения. По аккумулятору здесь все очень хорошо. Мне кажется, что когда часы не надо заряжать каждый день или каждые два дня, это уже победа. Эти часы работают примерно от 7 до 10 дней. И, естественно, когда вы занимаетесь спортом, то часы садятся быстрее. Но в целом еще расскажу, что на неделю абсолютно без проблем вы можете забыть про зарядку этих часов. Кстати, часы заряжаются при помощи магнитной застежки. За первые 30 минут они заряжаются на 70%, а на полный заряд уходит 100 минут. Также для девушек есть специальная функция по отслеживанию циклов. Ну и пару слов о приложении здоровья. В Play Market скачивайте приложение здоровья. Мне кажется, что это очень функциональное приложение. В нем есть, ну вот, все, что нужно. И достаточно логично сделано. На основном экране информация о пульсе, о сне. Всегда можете посмотреть, сколько вы спали. Также можете посмотреть информацию о пульсе. Здесь же есть информация об измерении уровня кислорода в крови. Он не проходит в автоматическом режиме, поэтому измерять нужно каждый раз вручную. Упражнения. Здесь вы занимаетесь спортом. В разделе устройства вы подключаете свои часики. Что обязательно вам нужно сделать, друзья, это зайти в мониторинг и включить True Sleep. Это измерение сна. Также включить напоминание и постоянный мониторинг пульса. Также зайти в уведомления и вот здесь выбрать те приложения, от которых будут прилетать вам уведомления. WhatsApp, Telegram, сообщения, Gmail, ВКонтакте. Здесь можно обновить ПО, ну и выбрать циферблаты. Циферблатов достаточно большое количество, они все яркие, сочные. Я думаю, что найдете что-то интересное для себя. Короче, друзья, что по итогу? Фитнес-браслет или часики, которые, на мой взгляд, очень неплохо выглядят. Большой экран, измерение всего, чего только можно. Долгая работа от аккумулятора, влагозащита, 95 спортивных программ. Ну, по сути, есть все, что нужно. Чего здесь не хватает? Здесь не хватает GPS-а, не хватает NFC, не хватает того, чтобы можно было сюда закидывать музыку, и очень не хватает возможности отвечать на входящие сообщения. Ну вот, если вам не нужно отвечать на входящие сообщения, я без проблем бы вам порекомендовал эти Honor Watch ES. Так что, если решите приобретать эти часики, внизу оставляю ссылочку. Ну, на этом все. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ни в коем случае не болейте. Всем вам счастливо и пока.